сочетать разные фактуры, яркие цвета. И экспериментировать с мейкапом стали почти все. Ну, хорошо получалось не у всех. Больше дэнса, больше электронной музыки, клавиши. Я понимаю, как же это было круто. Я обожаю музыку 90-х. Наш сосед завел собаку. И мне так хотелось с ней все время познакомиться, но, как оказалось, именно этот пес был очень злым. И вдруг я вижу, что без поводка как раз гуляет этот доберман. Вот мне кажется, именно в 90-х я научилась очень хорошо бегать. Вообще, мне очень нравится это время тем, что оно давало нам полную свободу. Это время, когда блондинка в розовом могла быть не стереотипом, а иконой стиля. Не было каких-то правил. Было все яркое, сексуальное, много открытого тела. Невозможно было переборщить. Ни с украшениями, ни с мейкапом. Время эксперимента. И девочек. Тотальная эклектика в мире моды. Таким было прошлое десятилетие. Его девиз – сочетай несочетаемое. Даже не верится, что 10 лет пролетели так быстро. Тренды, правила, вкусы, технологии, и мы сами задаем нашей жизни стремительный темп. Можно только догадываться, как будет выглядеть наша одежда через 10 лет. Beg, please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees.